Соломаткин. Леонид Иванович. Русский живописец, писавший бытовые и жанровые сцены. Родился в 1837 году в бедной семье. Вскоре осиротел, жил у чужих людей, рано начал работать. Уже в юности начал делать зарисовки с уличных артистов, шарманщиков, нищих. Соломаткин, узнав о Московском училище живописи и ваяния, куда принимали и бедных, отправился в Москву. В 1855-1866 годах он учился сначала в Москве, а затем в Петербурге, где был вольно приходящим учеником в Академии художеств. В 1862 году за картину «Именины дьячка» получил малую серебряную медаль. В 1864 была написана картина «Славельщики городовые», в которой с большим юмором показаны пришедшие в дом к купцу славить Христа и получить чаевые фигуры в шинелях. Критик Стасов, увидев картину, писал: «Во всем, в каждой подробности комнатки, в лицах, позах столько комизма, разнообразной правды, что нельзя от всей души не радоваться на этот чудесный, свежий отпрыск федотовской школы». Федотовские традиции присутствуют и в других картинах художника. Сюжеты картин «Невеста» и «Свадьба» перекликаются с известной картиной Федотова «Сватовство майора». Юмор, присутствующий в картинах Соломаткина, с годами сменяется иронией, изображенные сцены часто носят гротесковый характер. Однако в своих картинах художник не стремился к резким обличениям. В его полотнах больше забавных деталей, жалости к персонажам. Часто он обращался к сценам из жизни актеров и циркачей. Полотно «По канату» – поэтичная картина, написанная с большим чувством. Судьба художника не была счастливой. Он жил в бедности, пристрастился к вину и скончался в больнице для бедных в 1883 году.